Привет, ребята! Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот большой грузовой поезд. В общем, ребята, этот набор с грузовым поездом Лего Сити обещает быть очень интересным и насыщенным. Ну что же, давайте скорее ребята, его откроем. Ребята, еще хочу сказать, что им не только радиоуправление, еще можно из телефона управлять. Да, там тут нарисовано, что можно скачивать специальное приложение. Да. Ну, мы, конечно, такого еще не пробовали делать, но тут так нарисовано, что можно скачивать специальное приложение и управлять этим поездом не только с помощью пульта, но и с помощью телефона. А приложение такое в виде пульта. Хочу сказать, что я на картинке вижу, что этот пульт новый. Необычный такой. Пульт нового образца, да? Да. Кстати, тоже будет интересно его протестировать, насколько он удобен. Ребята, ну что же, открываем этот классный набор. Да. Опа! А вот мы нашли вот это. Да. Ребята, мы с папой погружаемся в сборку. Да, в этот увлекательный и интересный процесс. А с вами, ребята, встретимся после сборки. Да. Так, поехали! Так, полный вперед! Держи. Ускоряемся. Папа, красный свет. Понял, стоп, машина. Так, у нас здесь есть семафор, да? Да. Ребята, здесь есть женщина-диспетчер. Здесь есть у нее компьютеры, клавиатура. Еще есть кофемашина. И она может вот так вот спускаться. У нее вращается стул, да? Да. Специальная лестница есть, да? Да, и она вот может спуститься. Это лестница вроде бы. Ага. Так, ну, с диспетчером все ясно. Это очень важная должность, да, на железной дороге. Она управляет и регулирует движение поезда. А правило это прежде всего. Конечно. Хорошо, так, смотри, включаем зеленый свет. Какая красивая елочка выросла. А кто здесь притаился? Это же бандит. Это бандит, он хочет что-то плохое сделать. Но это мы покажем в следующем ролике. Ну, а пока, ребята, у нас обзор этого шикарного грузового поезда. Да, я хочу показать пульт. О, да, пульт здесь шикарный. Да, тут есть вот такие вот плюсики, это вперед, а минусики это назад. А вот эти красные кнопочки, это чтобы остановился. Это экстренное торможение. Продолжаем путь. Зеленый свет, как раз загорелся. Ускоряемся. После каждого нажатия поезд ускоряется. Держи. Пусть пока поездит. Слушай, какой он быстрый, да? Да. Несмотря на то, что грузовой, он довольно-таки шустрый поезд. Угу. Да, папа. Так, а теперь давай его немножко замедлим. Я переведу стрелки. Еще замедляй. Вот пусть он так едет, чуть-чуть быстрее. Все, я перевел стрелки. Раз. Вот. Здесь он может отстояться, да, Даник? Да. И экран может выгрузить все, что не нужно. Ну хорошо. Давай посмотрим, как работает этот железнодорожный кран. Кстати, ребята, рассмотрите его поближе. Ребята, вот эта катушка, она отвечает за длину троса. А вот эта катушка за высоту. За высоту стрелы. За подъем стрелы, да? А вот это еще выдвигать лучше. Ее, давай помогу. Выдвигать ее можно вручную. О, вот насколько она. Вот так где-то, да, максимально. Да. Ну, опускай крюк. Крюк. Майна! Все, ну что, можно разгрузить эти бревна, да? Да. Я думаю. Я сам. В самый раз. Давай я тебе немножко помогу. Подцепляй. Вира! Давай, 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 давай. Поднимаю. Еще. Ух ты, они сразу все три бревна поднимают. Да, потому что... Там было на сборе немножко по-другому так, цепи нужно было делать, а я так сделал. Башня классно очень разворачивается. И можно, подожди. Ты хочешь стрелой, а можно вот этой, да? Ведь у тебя же есть катушка, которая опускает крюк. Я цеплю.
Есть, разгрузили. Ой, башня здесь немножко упала. Аккуратненько. Я сейчас ее починю. Так, слушай, тут, кстати, есть еще, смотрю, такой... На задний. Такой, а ну покажи. Тут есть вот такие вот штуки, они отвечают... Тут есть компьютер. Это... И на другой стороне есть. В общем, там... там это панель приборов. Там вся электроника, которая необходима, да, для работы этого крана. Точно был. И на другой стороне. Тоже такая же есть? Да. А ну-ка, давай посмотрим. Сейчас открою. Там тоже электроника? Да. Я наклеивал все. Супер. Семплейки. Молодец. В общем, очень классный кран, правда? Да. Ребята, мы же еще вам не показали вот этот интересный вагон. Сейчас мы отцепим вот этот кран. Так, знаешь, смотри, да, подожди, не спеши. Это. Вот, это его нужно, нужно перевести стрелки. Да. Вот так. И пусть он будет здесь, да? Да. Ой. Теперь, значит, с помощью крана мы можем разгрузить. Разгрузить этот вагон. Так. Так. Выдвигаем. Я катушку не... Давай. Расслаблю. Слушай, а как она здесь вынимается? Что-то я... Она... А, вот... все, я понял. Вот так. Ой, папа, вагон сейчас упадет. Не упадет. Мы не допустим Ой, этого. Ой, ребята, кстати, здесь есть вот такие вот штуки. О, опоры есть? Да. Слушай, класс. Мы вам не показали. Ну, это ты же его собирал, я и не заметил. Опоры. Какие они интересные. Чуть не забыл вам показать. Так, опоры. Хорошо. В каждом кране есть опоры. Тут даже есть лампочка. Все, Дадик, я подцепил. Можно я поднимать. Вера. Все, давай немножко вперед проедь. Вот там будем выгружать. Отъедем сюда. Так. Это дело не быстрое. Майна. Да. Так, значит, это у нас такой грузовой контейнер. Так, вот подъехал погрузчик. Да, он сейчас... Который, кстати, тоже был, ребята, в этом наборе. Угу. Он сейчас возьмет содержимое. Класс. Вот. Значит, это у нас снегоход. Да. В общем, этот снегоход в скором времени отправится в Арктику. Второй вагон поднимаем. Ну, а что же это у нас такое, ребята? Ну, вы, наверное, догадались, что это огромный сейф. Экран уезжает, и нам пока что не нужен. Смотрите, ребята, какие мощные двери сейфа. А там деньги внутри есть? Да, конечно. Сейчас их выгрузит погрузчик. Эй, Джек, открывай. Тут целое состояние. Ну, конечно же. Очень это много же золота деньги. И долларов, да? Да. Так. За рулем у нас сидит инкассатор, да? Да. Давай его покажем, ребята. Водитель инкассаторской машины. Ну, конечно, она не полицейская, инкассаторская машина. Ну, у него да. Это охранная структура, у него написано security, да. Охрана. Сзади есть вот сзади есть рация. А вот тут рация. Вот тетя делает код. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, какие деньжища. Давно я таких не видел. Да, везите, везите ваши денежки. Все равно они будут моими. Ну что же, ребята, в следующем нашем видео будет интересная история про этот поезд, про деньги, которые он куда-то там везет, и, конечно же, про грабителей, которые будут пытаться похитить эти деньги, да? И интересно, да. Кто же им сможет помешать? А это очень, кстати, интересно, но это секрет пока. Ну что же, вперед! Вперед! До встречи приключениям! Всем пока-пока, ребята! До новых встреч! А уже поезд едет! Другую серию! Внимание, внимание! Товарный поезд прибывает на станцию Банк города Лего-Сити.
База, база, прием. Товарный состав Лего Сити прибыл. К погрузке денег готовы. Ну что же, погрузка годового денежного бюджета города Лего-Сити завершена. Закрыть сейф. Все, самое сложное позади. Теперь люди получат свои зарплаты, а пенсионеры пенсии. Это очень важные деньги. Прием, прием, машинист! Даю добро на отправку! Полный вперед! Хе-хе! Отправляйтесь, отправляйтесь! Да только не доедете! Хе-хе-хе! Деньги были для города Лего-Сити, а станут для нас. Правда, ребята? Да, босс! Это точно! Эй, муха, твой выход. Заблокируй дорогу поезду. Понял, босс! Так, отлично, теперь самое время делать ноги. Эй, тетенька, сиди тихо, и проблем не будет, поняла? Ну что, охрана, не ожидал, что так денек повернется? А ну быстро говори нам код к сейфу. Чтобы не подвергать опасности жизни людей, которые находятся на этом поезде, я скажу вам код к сейфу. Все равно вас арестуют, знаете? Это мы еще увидим, юноша. В общем, слушайте, чтобы узнать код, нужно к 8 прибавить 2. И получится число. Это и есть код к сейфу. Что? 8 плюс 2? Это... Эй, Клоп, сколько будет 8 плюс 2? Я не знаю. Муха, 8 плюс 2? 22. Что там многовато? Явно не 22. Так, сколько же будет 8 плюс 2? Да 10 будет! 10! Глупыши! Точно 10! Вводи цифру 10! Умники! Вообще-то 10! Это число, не цифра! Какая разница? Все равно мы в школе не учились! Так, деньги на месте! Все в порядке! Эй, тетка! Заводи кран! Поднимай сейф! Отлично! Все идет как по маслу, ребята! Скоро мы будем богаты! Я вам скажу, даже сказочно богаты! Эй! Муха, подгоняй грузовик! Тяжелый сейф. Это все потому, что там очень много чужих денег. Ну что же, господа, можем выдвигаться. Нас ждет счастливая, беззаботная и очень богатая жизнь. Мы едем, едем, едем в сытые края, но грабили мы денег, и тра-ля-ля-ля-ля. Это полиция! Всем оставаться на своих местах, вы арестованы!
Эй, босс, что будем делать? Я не хочу в тюрьму! Не волнуйтесь, мои трусливые подопечные, у меня все под контролем. Эй, там в вертолете! Немедленно опусти меня на землю! Приказываю тебе именем закона! О, я, конечно! Опущу тебя только через 10 километров! А это был мой старый приятель, вертолетчик Ганс. Эй, босс, а вон там, навстречу к нам, чащаяся черная машина. Это тоже ваш старый приятель? Где? Кто? Нет, это не мой приятель. Да кто ты такой? Эй, бандит, можешь меня звать? Бэтмен. Улыбайся, сейчас вылетит птичка. Я вижу новогодний салют. Фейерверки, мыльные пузыри, воздушные шарики. Эй, Клоп, какие фейерверки? Какие мыльные пузыри? Это у тебя галлюцинации. Спасайся, кто может. Разбегаемся в разные стороны, как тараканы! Бежать, как тараканы, говорите? Увижу хоть одно резкое движение, которое мне не понравится, тоже будете видеть фейерверки. Это я вам гарантирую. А ну-ка, полезайте в банковский фургон. Говорите, любите банки грабить? В общем так, бандиты... Сегодня эта инкассаторская машина повезет не деньги, а вас. И не в банк, а в полицейский участок. А ну мигом полезайте внутрь. А как же здесь тесно! Мистер Бэтмен, отпустите нас, пожалуйста! Размечтались. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – тюрьма. Нет, только не тюрьма! Ну что же, ребята, преступники наказаны, а деньги будут возвращены жителям города Лего-Сити. С вами был Бэтмен. До встречи. Пока.